варка оголовков на столбы. Происходит отбивка лазером высот.
Так, всем, кто продолжает смотреть канал Райская усадьба, еще раз привет. Сегодня у нас, напоминаю, 8 августа. Делали мы навес. Навес имеет размеры, грубо говоря, 4,5 на 5,5 метров. Навес фермы сделан у нас с профильной трубы 25 на 25. Столбы сделаны из трубы 80 на 80. Соединяется ферма между собой прогонами. Также установлены ветровые фермы между столбами, что обеспечивает большую стойкость навеса. Окраска конструкции полимерно-порошковым способом, цвет коричневый. Поликарбонат 8 мм, цвет бронза. Закреплен на термошайбы. Между собой крепится с помощью стыковочного профиля система база-крышка. Также торцы все защищены торцевым профилем и перфолентой. Каркас у нас, столбы пилились в размер, отбивали мы по уровню их. Приварилась пятка, все это зачистилось, покрасилось и заанкерилось к бетонному основанию. 6 столбиков. Помимо навеса, клиент заказал нарастить забор. Наращивали забор. Такие полуарки ставили на забор. Даже не полуарки, а арки. 7 арок, 8-я калитка. Осталось покрасить весь забор одинаковым цветом. И все будет красиво. Продолжаем рассказывать про навес над машиной. Точнее сказать, над парковкой для машины. И сейчас послушаем отзыв довольного клиента. Скажите. Ой, очень хорошо. Смотрится красиво. В общем-то, качественно сделано. Ну, а как там будет дальше, посмотрим. Дальше будет еще лучше. Еще лучше. Еще лучше будет. Очень хорошо. А откуда узнали о нашей фирме? Да, мы в теплице заказывали. Ага, сейчас мы посмотрим теплицу. Понял, спасибо вам за отзыв. Помимо навеса, на участке у нас установлены две теплицы арочные, шириной 3 метра, длиной 4 метра, в количестве 2 штук. Стоят уже год. Нареканий не возникло. Вот, пожалуй, на этом все. Ставьте палец вверх, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Всем пока!